Здравствуйте, в эфире телекомпания «Одинцова», программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Чем занимаются сотрудники парка «Раздолье» в период самоизоляции, когда, наконец, откроется парковый сезон? Об этом мы сегодня поговорим с Оксаной Артюхиной, директором дирекции парков Одинцовского городского округа. Здравствуй, Оксана. Здравствуй, Евгения. Оксана, я так понимаю, что сотрудники парка «Раздолье» совершенно не скучают. У вас очень много различных онлайн-активностей. Расскажи, пожалуйста, чем занимаетесь в самоизоляции? Ты права, абсолютно сотрудникам парка «Раздолье» действительно некогда скучать и отдыхать в период самоизоляции. На территории парка на сегодняшний момент проводятся работы по благоустройству территории, поэтому мы ждем наших посетителей, ждем, когда наконец-таки парки откроются, а сотрудники отдела развития заняты онлайн-мероприятиями. Это новый формат, который мы успешно освоили и практикуем сейчас. Действительно, в нашем Instagram, в нашем профиле в социальных сетях проводятся от 4 до 6 мероприятий в день. И они абсолютно разного формата. Это и фитнес-тренировки, это и йога, это и встречи со стилистами, с визажистами, с тренерами по фейс-фитнесу. На прошлой неделе мы провели первый онлайн-забег на беговелах, и у нас было более 50 участников. Вот это очень интересно, Оксана, а как он проходил, этот забег? Я так понимаю, не покидая квартиру, участники принимали в нем участие. Да, ты абсолютно права. У нас есть партнеры нашего парка, это клуб «Беговел МСК». Они проводили у нас в зимний период соревнования для деток, которые занимаются этим видом спорта. И у нас было в планах нашего парка провести в апреле месяце мероприятие «Заезд на беговелах». Ну, естественно, в период самоизоляции мы его перевели в онлайн-формат. Задача была для участников организовать заезд по своей квартире. Кто-то выезжал на лестничную клетку даже. Конечно, повезло тем, кто находится, ну, и проживает в частных домах, да, за городом. Они, конечно, катались по территории своего участка или по улице своего поселка. Но очень интересно, дети все остались довольны. Мы получили красивое, яркое мероприятие, которое в виде ролика, на котором детки показывают даже трюки, многие дети на велосипедах, на беговелах. Ну, то есть, да, такой вот онлайн-формат. А победители были в этом соревновании? Победила дружба, потому что определить победителя сложно, но с нетерпением все участники ждут соревнований уже в парке, когда он откроется. И хочу, кстати, отметить, что были участники не только из Москвы и области, и даже из других городов России присоединились. Ну, это вот, наверное, плюс онлайн-формата. А насколько, в принципе, вот эти мероприятия в онлайн популярны? Первые несколько недель был огромный поток новых посетителей на наших страничках в социальных сетях. Сейчас наблюдается такой, ну, легкий спад. Подустали, наверное. Да, я предполагаю, что люди устали просто и перенасыщены. Сейчас очень, ну, практически все перешли в онлайн-формат. Очень много прямых эфиров, да, очень много тренировок. И люди, конечно, уже выбирают, кому что интересно. Все парки, все дома культуры, все проводят различного формата мероприятий. Ну и просто кто-то подустал уже, кто-то наслаждается семьей, кто-то уехал за город и гуляет, имеет возможность гулять на улице. Но в любом случае откликаются все посетители, мы проводим викторины, мы проводим фотоконкурсы, рисуем онлайн, проводим прямые эфиры с актерами, со спортсменами. Ну и как бы по возможности люди присоединяются, кто-то просматривает уже в записи, потому что эфиры 24 часа хранятся. Но, конечно, это чуть-чуть не тот формат, который, я думаю, ожидаем от парка. Да, и нравится всем нашим посетителям, и нам, как сотрудникам, конечно, мы очень скучаем. Сейчас можно в парке слушать, как поют птицы, слушать вообще какую-то тишину природы, да, но, конечно, прям грустно смотреть на пустые площадки, на пустой парк. Хочется, чтобы появился здесь детский смех, чтобы гуляли наши посетители. Вход в парк сейчас закрыт, правильно? Для всех без исключения. Да, вход в парк закрыт, все входные группы перекрыты.
исключение только для сотрудников, и приезжают наши партнеры, потому что мы готовимся к летнему сезону, мы уверены, что он будет, и мы справимся с теми трудностями, которые сейчас перед нашей страной и перед всем миром. Вот, приезжают партнеры, смотрят свои объекты, смотрят, ну, готовятся к сезону. Сейчас на территории парка идут работы, ты уже об этом сказала. Расскажи, пожалуйста, что за работы ведутся на территории парка и какие сюрпризы ждут посетителей в летнем сезоне? Период самоизоляции пришелся на окончание зимнего сезона, начало весеннего сезона. Естественно, все парки, а наша территория, она лесная, она достаточно отличается от городской территории, есть своя специфика, у нас лес, а, соответственно, здесь и падают ветки, и в период сильного ветра даже деревья у нас падают. Плюс нужно приводить в порядок все дорожки, проводить расчистку территории, ну, готовиться к открытию. Плюс после зимы всегда моются, ну, приводятся в порядок, да, все павильоны, все детские площадки, урны, лавочки, что-то красится, что-то покрывается специальными средствами. Ну, то есть все работы по благоустройству территории, по переходу с зимы в весну, они вот все в плановом режиме. Новые кустарники высаживаем, там, разбиваем клумбы. То есть все, что было запланировано на период рабочий парка, все эти работы проводятся и сейчас. Единственное, что их проводить чуть-чуть легче, потому что нет посетителей в парке, соответственно, мы можем, ну, почти беспрепятственно передвигаться на территории парка какой-то техникой, да, маленькой. Передвигаться спокойно могут сотрудники, ну, невзирая на то, что, да, можно это все делать спокойно без посетителей. А теперь про летний сезон расскажи, пожалуйста. Очень хочется узнать, на самом деле, что ждет. Тут и так, казалось бы, программа насыщенная, всегда есть чем заняться. Но я так понимаю, что вы еще и собираетесь удивить посетителей. В зимний период на территории парка было несколько активных точек. Нам удалось сделать точкой протяжения зимнюю часть катка, ну, зимнюю часть парка каток. И, естественно, в летний период мы хотели бы все эти локации, к которым уже привыкли наши посетители, также сохранить. А на сегодняшний момент в зоне, где был каток, мы хотим сделать автогородок детский. В зоне амфитеатра также запланировано проведение концертов, проведение детских спектаклей, проведение различных мастер-классов. И у нас появится домик, который будет отвечать за спорт, такое спортивное направление, оно, естественно, к нашему парку прям присуще, скажем так. Здесь приятно и заниматься спортом, там, бегать, заниматься какими-то физическими упражнениями, скандинавской ходьбой вообще шикарно заниматься, потому что можно совмещать и спорт, и наслаждаться, дышать воздухом свежим. Плюс мы очень хотим развивать направление такое эко, мы хотим сделать зеленую школу, мы хотим, и запланированы у нас квесты детские, и семейные квесты, мы в зимний период это удачно все опробовали, естественно, в летний период тоже зайдем с новыми историями. Ну и, конечно, есть сюрпризы, о которых пока мы не очень хотим рассказывать, потому что многие партнеры, ну, с многими партнерами находимся в стадии переговоров. Но удивлять будем однозначно. Хотя самое удивительное в нашем парке – это природа. Это вот эти вот вековые сосны, которые, если посмотреть наверх, на небо, в сочетании с голубым небом, это отдельная энергетика. Запах, да. Здесь какой. Очень многие посетители говорят, что здесь, да, здесь прям вот легко дышать. И очень полная перезагрузка происходит. Я, ну, несколько раз в неделю приезжаю на объезд территории. И, конечно, с удовольствием здесь гуляю, наслаждаюсь, перегружаюсь. Оксана, говорят, что наша жизнь вот после того, что мы сейчас переживаем, уже не будет прежней. Вот, скажем так, изменится ли что-то принципиально в работе парка? Ну, может быть, добавится дезинфекция какая-то, какие-то правила безопасности. Повлияет вот эта пандемия, в принципе, на парковую деятельность? Ну, то, что жизнь не будет прежней, это факт. Но в любом случае все меры безопасности, они и так в парках соблюдаются. Мы всегда обрабатываем и детские площадки, и все наши павильоны. Я думаю, что это просто научит людей, может быть, бережнее относиться самим к себе. Плюс соблюдать, я думаю, что все соблюдают личную гигиену, моют руки. Может быть, будут делать это еще чаще. И дольше. Да, и дольше. Но я бы хотела, чтобы мы задумались о природе,
Я вот очень надеюсь, что меньше будет мусора. Все-таки это то, что, на мой взгляд, нам дает возможность переосмыслить то, что нужно ценить. Сейчас все очень ценят то, что мы не можем гулять в привычной атмосфере, мы не можем встречаться со своими близкими. И вот я думаю, что такая переоценка должна произойти, потому что в летний период парк проработал один месяц, август, да, и сентябрь, и мы сталкивались с тем, что люди, к сожалению, оставляют много мусора. И хотя урн достаточно, более чем. Более чем, да. Я очень надеюсь, что вот такое переосмысление произойдет у наших жителей страны. Спасибо большое, Оксана, что ответил на все мои вопросы. С нетерпением ждем паркового сезона. Дорогие телезрители, но для того, чтобы парковый сезон настал быстрее, нужно немножко потерпеть. А для этого, ну, просто необходимо оставаться дома. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.